В гармонии с природой. С таким девизом в минувшую субботу стартовал автопробег, уникальность которого прежде всего в разнообразном модельном ряде участников. У мемориала «Родина-мать» собрались и городской автобус, и самосвал, и мусоровоз, а также тягач и спортивный грузовик. Отличительная особенность их в том, что все они собраны на КАМАЗе, а ездят на экологически чистом топливе. Природный газ – это топливо сегодняшнего дня. Но в то же время мы столкнулись с тем, что наш потребитель пока еще очень осторожно относится к этой теме, и необходимо прилагать еще больше усилий для того, чтобы подготовить эксплуатирующие организации и убедить нашего потребителя в эффективности использования этого вида топлива. Участникам предстоит проехать 5800 километров и посетить множество российских городов, среди которых Казань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск. В рамках автопробега пройдут круглые столы и демонстрации газобаллонной техники КАМАЗа. Конечная точка маршрута – полуостров Крым, где 12 июня автомобили примут участие в праздновании Дня России в Севастополе. Кроме популяризации газомоторного топлива, автопробег приурочен к 45-летию автогиганта, который является одним из лидеров в производстве газомоторной техники. КАМАЗ сегодня как раз-таки является примером того, что современное производство газомоторного топлива, газомоторной техники отвечает четким вызовам и потребностям экономии. Мы экономим топливо, мы делаем города более экологическими, транспорт более удобным.